АТВ-Эксан представляет. 9 секретов счастья из Корана и Сунны. Счастье – это ментальное состояние благополучия, характеризуемое приятными эмоциями и довольством. Каждый человек стремится к обретению счастья, взрослые и дети, мусульмане и немусульмане, мужчины и женщины, абсолютно все. Чтобы достичь этого вечного счастья, человек должен понимать, что на самом деле значит счастье. Как бы то ни было, никто не поспорит, что счастье – это довольство, довольство собой, своей жизнью и обстоятельствами. В Коране и хадисах посланника Аллаха, да благословит его Всевышний, указаны ключи, которые способны раскрыть двери вечного счастья и сделать нас гораздо счастливее. Первое – это стремление к довольству Аллаха. Ничто не может сделать нас более счастливыми, чем стремление к довольству Всевышнего. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Верующие, мужчины и женщины, являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. Совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и его посланнику. Аллах смилостивится над вами. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого, это и есть великое преуспевание». Второе. Благодарность. Чем больше мы благодарим Аллаха, тем больше его благословений ниспосылаются нам. Благодарность является в исламе актом поклонения, и благодаря дарующего мы проявляем свою смиренность, веру и увеличиваем свое счастье. Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки. Сура 14, аят 7. «О те, которые уверовали, вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему». Сура 2, аят 172. Третье. Довольство души. Занимайтесь тем, что приносит вам счастье. От чего радуется душа? Оберегайте себя от запретного, например, помогайте нуждающимся и бедным. Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Богатство человека не в изобилии мирских благ, однако истинное богатство – это богатство души». Четвертое. Не сравнивайте. Не сравнивайте свою жизнь с другими. Не завидуйте. Возможно, жизнь богатых и состоятельных людей не идеальна в глазах Всевышнего. Стремитесь к примеру пророков и сподвижников. Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умалять те блага, которыми одарил вас Аллах. Пятое. Упование только на Аллаха. Залог счастья – ждать только от Аллаха, поскольку любой удел, награда даруется лишь Всевышним. «О Аллах, дай мне достаточно того, что Ты сделал дозволенным, чтобы отдалить меня от того, что Ты сделал недозволенным, и обогати меня своей щедростью, которая дарует мне независимость от всех других, кроме Тебя. Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания или не запасаются своим пропитанием? Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он слышащий, знающий». Сура 29, аят 60. Шестое. Укрепление отношений с окружающими. Будьте добры и сострадательны к тем, кто вас окружает. Укрепляйте семейные и родственные узы, берегите друзей. Все создания зависимы от Аллаха, и самым любимым для Аллаха созданием является тот, кто лучше всего относится к Его творениям. Седьмое. Организация времени. Распоряжайтесь своим временем правильно, что позволит вам быть наиболее продуктивным. В хадисе сообщается, что пророк, мир ему и благословение Всевышнего, распределял свое время между поклонением и его личными делами.
После утреннего намаза он оставался в мечети, восхваляя Всевышнего до рассвета. Потом читал проповедь собравшимся людям. По окончании проповеди он разговаривал с людьми, узнавал, как у них дела. Даже шутил. Дозволенная пища. Употребление халяльной пищи является важной частью исламской веры. Употребление дозволенного – предписание Всевышнего Аллаха. В хадисе сказано: «Воистину, Аллах Всеблагой и не принимает ничего, кроме благих дел. Воистину, Всевышний Аллах повелел верующим то же, что повелел посланникам. Всевышний сказал: «О посланники, вкушайте благую пищу и поступайте праведно». Также Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, вкушайте благую пищу, которой мы наделили вас». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, упомянул о человеке, который долгое время находился в пути. Его волосы растрепаны и покрыты пылью. Он протягивает руки к небу и говорит: «О Господь мой, о Господь! Однако пища его запретна, питье его запретно, одежда его запретна, и он насыщен запретным. Как же будет отвечено на его мольбу?» 9. Физическая форма. Ученые утверждают, что хорошая физическая форма делает нас по-настоящему счастливыми и даже является антидепрессантом. Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим им, чем слабый верующий, хотя в каждом из них есть благо. О, жизнь моя, мечты даря, надежды сердца заполняешь, о смерти мысли прочь гоня, любовь к мирскому укрепляешь, своей красой меня пленя, от жизни вечной отвлекаешь, речами сладкими маня, к себе меня ты призываешь. Но знаешь ты, любовь моя, меня ты все же потеряешь. Ведь смерть ревниво ждет меня, хоть встречи этой не желаешь. Хочу спросить, о, жизнь моя, зачем в себя меня влюбляешь? Ведь зная, как люблю тебя, меня со смертью отпускаешь. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!